Всем привет, всем здравствуйте. Прямой эфир с капсулами за 2021 год. У нас сейчас специальное предложение на Эми Шоп, поэтому сегодня я хотела поработать быстро из каждой из капсул. Я сделаю сейчас выкраску и сделаю по одному варианту дизайна, чтобы еще раз напомнить, что находится внутри каждой коллекции. Это мини-коллекции, это гель-лаки, это один вид декорации и маленькие книжечки с мастер-классами с переходом в электронную версию. Итак, первая самая популярная капсула. Сюда вошли у нас два оттенка. Это серый и розовый. Сейчас я их покажу. Причем им уже присвоили номера, потому что капсулы — это, как правило, коллекции, которые штучные. Их делают только под определенное количество. И в основном ассортименте эти цвета не держат. Но эта капсула, она была очень удачная, поэтому конкретно розовый и серый их оставили в основном ассортименте. И если раньше у них не было номеров, то сейчас они идут точно так же, вот в этой коробочке. Вы их можете купить и отдельно, вот, а можно купить в рамках наборчика. Вот. Но я, конечно, рекомендую покупать в наборчике, потому что цена получается очень выгодная. Дешевле покупать набором вот эти капсулы, чем покупать отдельно. Также здесь идет книжечка с мастер-классами. Сзади есть QR-код, к которому вы попадаете на электронную версию, где можно скачать это все в хорошем качестве. И также внутри идет вот такой вот шармикончик. Шармикончик, видите, в этот раз добавили кляксы вот такие. Так, быстро показываю выкраску этих двух оттенков. Но по ним видно, что это очень ходовые цвета. Это такой классический розовый, яркий. Чем вот он не вырвет глаз, но и не пастельный. Красивый розовый оттенок, вкусный. Таким цветом можно покрывать и летом, и зимой. Тем более сейчас яркие цвета за последние 4-5 лет мягко перекочевали из летней категории в категорию вне сезона. Так же, как и производство аксессуаров и одежды сейчас производится с яркими оттенками, несмотря на то, что, например, это осенне-зимний период. И всем плевать, что цвета яркие. Вот так же и с гель-лаками сейчас. Так, серенький. Серенький мишиный. Прям его не хватало у нас в ассортименте, поэтому мы его оставили в основном ассортименте номер 323. Вот такой вот мышка. Тоже он может быть и в рамках летнего маникюра, и также в рамках осеннего маникюра. Вот они очень здорово дружат друг с другом. Вот, и все три капсулы, которые мы выпускали в 2021 году, да, они идут вот такими парами. И пары очень нестандартные. Да, вот смотрите, розовый и серый, красный и синий, оранжевый и голубой. Достаточно контрастно друг по отношению к другу смотрятся. Позволяют сделать очень нестандартные, опять же, дизайны. Вот здесь у меня пример абстракции, когда идут шармиконы из серии у нас базового ассортимента, линии и квадраты. Смотрите, как здорово смотрится. Сейчас мы немножко по-другому это обыграем. Сейчас мы возьмем типсики. Кстати, обратите внимание, как хорошо у меня стоят ногти с лепкой. Все просто идеально. Да, здравствуйте, девочки. Девочки и мальчики. Так, дайте мне жвачку. Мне жвачка нужна. Так. И сейчас мы сделаем немножко геометрии, но шармикон будем использовать, который идет из капсулы. Можно добавить какие-нибудь шармиконы из последней осенне-зимней коллекции. Так, предлагаю сделать покрытие не на весь ноготь. Здесь очень хорошие примеры есть, смотрите. Когда частично присутствует голый ноготь. И это есть хорошо.
Вот так вот, раз. Так, и второй цвет чуть ниже. Суши. Делали вот такую основу. Очень классное сочетание розовый и серый. Цвета можно купить конкретно этой капсулы еще и отдельно. Вот у них номера 324, 323. Они у нас вошли в основной ассортимент, и сейчас на них классная акция. Если вы их покупаете в рамках капсулы, то получается очень хорошая цена. Вот. Смотрите, здесь ВКонтакте я этот мастер-класс не проводила, к сожалению, кстати, я забыла ВКонтакте, я в Инстаграм провела, вот, но нужно сюда выложить, наверное, мастер-класс. Надо менеджерам напомнить, чтобы выложили. Покажи. Так. А, ну вот, кстати. Ну, это вот последнее. Это с черным. Получается, ага. Вот это, которое я подсинила. Угу. Это с черным. Они, ну, более цветные получаются. Пробовать, что тут вот может быть слишком большой процент. Здесь он, видишь, какой яркий. Ну, надо. Так. Т-класс. Здесь в наборе идут очень прикольные кляксы. И вот можно сейчас будет добавить кляксу из набора и сделать какую-нибудь роспись еще сверху. Так, напомню, что в набор у нас шармикончики вот такие вошли. Да, надо выложить мастер-класс с моим маникюром. Делать очень долго. Такой один ноготь в эфире невозможно сделать. Я вот в Инстаграм делала, в итоге я его не закончила. Там кто-то стучал в дверь. Так, сушим сейчас 2 минуты. И сделаем кляксочки. Кляксочки. Все, я думаю, белые или черные делать. Ну, предлагаю сделать белыми, а роспись как раз сделать черным. Так. Ну, вот так, например. Обожаю эти шармиконы и кляксы. Потому что не каждый может вот так нарисовать классные кляксы. Чтобы они были прям классными кляксами. Так, все перекрываем финишем, а эмпасту оставим сверху финиша, поэтому сейчас перекрываем и уже в финале рисуем после просушки. Эмпаста чем хороша? Тем, что ее можно оставить сверху финиша и не перекрывать ничем. Это краска без липкости. Она густовата, конечно, для очень тонких линий. Но, опять же, ее можно разбавить топом без липкости. Вот. Я не разбавляю, обычно рисую как есть густой. Здесь просто правильную кисть надо подобрать. У нас кисти, они синтетические, они идеально для эмпаст подходят. 5:0, 46:45. Синтетика. Она немножко упругая, например, для акварельной техники, возможно, не совсем будет комфортно рисовать. Вот. Но для гель-лака, даже не для гель-лака, а для краски гелевой идеально. Так. Уроки по аэрографии есть. У нас есть классный курс по аэрографии гель-лаками. Прям рекомендую. Вот, эфиры, я вот не знаю, если только в Эми онлайн, смотрите, не здесь.
Так, рисую. Заходите на аккаунт Amy Online во ВКонтакте и посмотрите, потому что я знаю, что именно ВКонтакте эфир по аэрографии был 100%. Так. Все, и делаем любимую мою абстракцию. Опять же, рисовать нужно эти пуглянцевые поверхности, тогда импаста она шикарно рисует. Потому что если, например, этой густой краской рисовать по диспрессионке, двигаться кисточка нереально. Она спотыкается об дисперсию, не скользит. И вот все время иероглиф еще добавляю один. Где-нибудь вот тут. Сушим. Импаста, она такая останется глянцевой. Так, еще раз показываю примеры, какие еще можно сделать в сочетании с этими гель-лаками. Насчет набора конфетти не знаю, девочки. Сейчас что-то краски в продажах очень сильно упали. Вот. Не хочется... Короче, гель-лаки, видите, лидируют. Тут гель-лаки прут. А что-то краски... Мастера. Все хотят бутылек с кисточкой, видите? В баночке не хотят покупать. Поэтому не знаю, будет или нет. Следующий вариант. Давайте следующий вариант. Капсула. Также коробочка. Капсула Симбиоз. Там два гель-лака. Они без номера. Они идут только в рамках этого набора. Что у нас в набор также входит? У нас также входит книжечка с мастер-классами. Книжечка с мастер-классами. И понятно, что вся эта серия в электронном виде представлена еще вот здесь на лендинге. Наводите камеру вашего телефона и попадаете на лендинг в электронном виде каталог. Так, и шармикончики вот эти входят, смотрите. Сейчас мы как раз с ними и поработаем. Так. Один цвет получается ярко-оранжевый. Сейчас ярко-оранжевый цвет базовым считается. И сейчас, в ближайший год, оранжевый будет такой ярко выраженный тренд в цветах, пока как зеленый. Вот если зеленый нас догоняет уже второй год, вот сейчас то же самое будет у нас с оранжевым. Вот поэтому запасайтесь оранжевыми разных оттенков. Вот как раз в симбиозе оранжевый неоновый, смотрите. Вот в симбиозе как раз оранжевый неоновый. Так, ну и здесь что можно сделать? Можно один цвет нанести справа, сушим.
Я вторую капсулу покупала без книжечки и шармиконов. Нет, книжечка была, шармиконов не было. Это сейчас уже переукомплектовали и сделали новое наполнение и сделали хорошую скидку. Вот, поэтому сейчас всем рекомендую капсулы, потому что у них очень хорошая цена. Сейчас распродажа на них идет. Плюс у них наполнение сейчас стало с шармиконами. Вот, книжечки там всегда были. Единственное, не было, знаете, где? Вот в этой капсуле не было шармиконов. Вот в этой капсуле не было шармиконов. Но это самая первая капсула. Вот. Вообще люблю эту идею с капсулами. Это, знаете, такой эксперимент. Сначала мы запустили два оттенка и книжечка. Потом собрали обратную связь. Следующую капсулу уже сделали книжечкой шармикончик. Вот. И капсулы, которые у нас уже выходят в этом году, они, видите, какие уже, они уже все, они другие. Здесь 4 гель-лака, здесь куча декораций. А книжечки, единственное, мы не стали печатать, стали делать только в электронном виде. Вот. И сейчас вот такие капсулы-боксы, они, конечно, стали уже, ну, они по цене другие, ну и концепция чуть-чуть поменялась. В общем, это хорошее готовое предложение. Вы берете готовое решение и просто повторяете по каталогу. Можно что-то свое добавлять, можно ничего не добавлять, брать только то, что тебе предлагается в каталоге. Все, и сделали с этой стороны. Ну, красивых два цвета. Давайте я вам сейчас выкрашу их еще отдельно, посмотрите. Просто два лака привезли. Ну, не может быть такого. Возможно, вы их отдельно покупали. Например, 324 и 323 – это капсульные цвета, и они продаются отдельно у нас, не только в наборе. Так, этот цвет такой бирюзово-голубой. Бирюзово-голубой из этой капсулы. Что-то типса такая дурацкая. И вот такой оранжево-неоновый. Вот и тот цвет, в принципе, при желании можно в один слой положить, но я не люблю. Это обязательно, может, там не просохнет или еще что-нибудь случится. Все, вот таких два цвета входят в эту капсулу. Это капсула номер два. Это капсула номер два. Тоже ядерное сочетание, очень контрастное. И здесь можно создавать разные прикольные сочетания. Это вот недавно Наташа Коклюгина, по-моему, даже здесь проводила тоже сочетание. Видите, использовала декорации, не которые идут в самой капсуле, а использовали то, что идет из новой коллекции. Видите, это все декорации из последней коллекции декораций осень-зима 2022. Вот, здесь просто не каждый готов вот так взять и сочетать такое сочетание, да? Ну, и клиенты, и мастера, для вас это может быть, ну, слишком ярко, эпатажно. На самом деле это убойно смотрится вместе. Вот эти два оттенка. Людмила Анатольевна, скорее всего, это была не капсула. Ну, нет у нас капсул без упаковки. У нас вот максимум есть два цвета из первой капсулы, они продаются отдельно также. Но это будет дороже. Если купить в рамках капсулы, это будет дешевле. Возможно, там какая-то была акция на гель-лаке, их по две штуки продавали. Там, потому что слово капсула — это распространенное понятие капсулы. Вот, капсула — это маленькая коллекция. Это как в одежде. В одежде, если коллекцию называют капсулой, капсульная коллекция, значит, она какая-то маленькая, ограниченная. Возможно, там дистрибьютор на той территории делал какую-то распродажу и продавал гель-лаки по два цвета по какой-то специальной цене. Вот. А так у нас, ну, конкретно капсула «Симбиоз», она так и называется, «Симбиоз», продается вот так вот в коробочке. Капсула, которую я до этого показала, «Инновация», то же самое. Вот так она продается. «Инновация», вот такая вот коробочка, понимаете? И третья капсула «Реформация», то же самое. Идет вот такая коробочка. В этой коробочке вот таких два гель-лака. Они тоже без номеров.
Здесь отсутствуют номера, потому что тоже вошли только в эту коробочку, в эту коллекцию инновацию. Фу, реформация. Тоже выполнена, видите, в таком футуристичном стиле. Книжечка, которая к ней идет, тоже такая достаточно футуристичная. Я бы назвала это спортивный футуризм. Кто-то назовет это космизм. Потому что смотрите, какая модель приколюшная. И здесь много всяких вот таких вариантов в стиле абстракции, футуризма. Смотрите-ка. Все очень прикольно. Вы здесь переходите и попадаете в электронную версию каталога. Можно оттуда скачать все себе. Так, два цвета. Еще раз повторю, без номеров. Без номеров. Синий цвет. Ну, синий, кайфовый синий. Это такой вот, ну, базовый синий. Это таким синим будет покрывать и весной, и осенью, и зимой. Хороший, классический синий. Вот он. И не холодный, и не теплый, и не грязный. Такой хороший, чистый синий цвет. Катя, выпускайте каталог потолще. А то 65 страниц мало. Раньше было 100 листов. Слушайте, Надежда Еремина. В связи с тем, что у нас сейчас с производством бумаги вообще проблема, как бы так вообще, и себестоимость даже на вот такие смешные книжульки, всякую вот такую лабуду, как наклейки, цена выросла в 5-9 раз. В зависимости от того, что за печатное вы производите. Поэтому, ну, как бы в сложившейся экономической обстановке в Российской Федерации производить вообще печатную продукцию в принципе не рентабельно. Вот, поэтому ее сейчас по максимуму сокращают сокращают расходы на нее. Поэтому, ну нет, 100 страниц точно производить не будем. В ближайший год так точно, пока что-то не изменится. Так, делаем дизайн. Синий с красненьким. Синий с красненьким. А, подождите, мы же... Господи, вы меня заболтали. Я этот дизайн еще не закончила. Так, Теклас. Вы меня заболтали. Я отвлеклась. Кто там? Кому там капсулу привезли? Без упаковки. Так. Теклас. Обязательно сушим Теклас 2 минуты. Этого минимум должно быть, потому что финиш Теклас тот же, да, это же финиш, он каучуковый, у него такая классная резиновая поверхность, и на него очень здорово приклеиваются любые стикеры. Так вот, стикеры классно приклеиваются, если топ просушен идеально. А можно даже, знаете, в идеале еще и пересушивать, там, не 2 минуты, а 3 минуты. Да, девоньки, вот я насчет каталогов и все, что из бумаги. Вам сейчас так говорю со спокойным голосом, на самом деле у меня внутри аж все колотит. Вы все даже не представляете, для нас вот просто даже коробки сейчас производить, заказывать, это целый вообще как бы выход из себестоимости. Раньше одна была себестоимость, сейчас себестоимость взорвалась из-за того, что просто элементарно даже у нас этикетки по себестоимости выросли в какие-то дебильные деньги. Ладно, чего вам жалуюсь? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, берем кляксы. Я, кстати, обожаю этот шармикон. Раньше его не было в капсуле. Это сейчас вот во время распродажи добавили вот к этой капсуле симбиоз. Так, подождите, я уже запуталась. Фу, это ж я не то взяла. В симбиозе у меня же классные глазки, буковки, палочки, нулючки идут. Вот. Это с этим и была. Это у нас просто вот эта капсула, она же изначально еще полтора года назад продавалась вообще без шармиконов. То сейчас ее закомплектовали вот этими шармиконами. Вот. А капсула симбиоз, она так и шла у нас с этими шармикончиками. Я не знаю, какая-то наскальная символика. У кого там лопат? У меня шикарные ногти. Для кого лопаты, проходите мимо. Вы попробуйте еще эти лопаты нарастить. У меня все шикарно. Так, смотрите. Берем вот эту символику, просто раскладываем в шахматном порядке, в хаотичном порядке.
И потом можно будет либо спайдер-гелем черным дополнить границу, например, одного цвета и второго. Давайте сделаем и черные, и белые. Либо можно взять также импасту и сделать какой-то абстрактный рисунок. Необычное сочетание, но оно хорошо между собой смотрится, если сделать еще соответствующий дизайн. Так, сделали. Да, у нас можно заказать товары. Вы можете перейти сейчас просто в эту группу, и там есть переход на Amy Shop. Так, сейчас предлагаю перекрыть Теклосом. Еще разочек. Ну, уже, я думаю, финальный. А эмпасты сделаем роспись уже сверху. Сушим. Да, я знаю, что у меня ногти огонь. И кто там мне сказал слово лопаты? Тут вы же видите, там мужчина пишет. Мужчина вообще ни черта не понимает в ногтях. 100%. Да, у меня просто тут шедевр. Этот шедевр, чтобы сделать клиенту. Я посчитала, я долго считала, думаю, ну вот если бы я сейчас работала мастером маникюра, сколько бы денег я за это взяла? Ну, десяточку я бы взяла. 10 минимум. А возможно бы у меня ценник бы стоял даже 15. Ну, 12, да, 12-13 для Ростова. Если бы это была Москва, я даже не знаю. Двадцатка. Вот. Так что учитесь делать то, что не умеют делать другие. Тогда ваш перескурант будет просто космический. А ногти оргазмические, да. Ваши клиенты будут оргазм получать от такого маникюра, который хочется на него смотреть, смотреть и смотреть, трогать, трогать и трогать. А мужчины пусть тоже учатся. Что, мужчины? Пусть тоже учатся. А мужчины, да, пусть тоже учатся. Из мужчины хорошие мастера маникюра выходят. Так, ну что, предлагаю... Вот по границе сделать рваную линию. Все время не устаю повторять. Для импасты она пастозная, без липкости, краска. Подходит идеально синтетика. Не мягкие кисти колонковые, а именно вот синтетические. Поэтому вот многие спрашивают, почему у вас все синтетика. Потому что все сделано под наши краски. Вот, поэтому они такие упругие, достаточно, ну, жестковатые, может, кто-то скажет. Потому что они как раз под импасту идеальные, под краску гелевую. Так, ну можно так одну линию черненькую, а вторую тогда импасту беленькую. А вы мне кушать не купили? Надо было, да? Я даже не завтракала сегодня. Блин, добавлю. Моей дочки здесь нет? А, моя дочка здесь. Даша, сейчас я дочку попрошу. Так, а сейчас беру белый цвет импасты. Тоже она, видите, такая густая, пастозная. Поэтому вот так вот я перемешала ее, чуть-чуть набрала. И дальше можно рисовать. Но опять же, кому прям сложно, да, вот можно разбавить тем же Теклосом, вот, если вы не в курсе. Теклос классный разбавитель для импасты. Все, ну захотите, перекройте еще раз финишем. Не захотите, можно не перекрывать. Все, сушим. А если на кисти нет надписи, как она, как узнать ее по виду? Блин, она из темной синтетики. Где-то сантиметр у нее длина. Нет, меньше. Где-то миллиметров 8-9 длина. Вот, ну, где-то сантиметр. Мой муж уже привык к моим закидонам, без дизайна ногти уже не воспринимает, даже не выкладной фрейм заставляет рисовать.
Да, правильно. Даже на выкладной френч нужно делать супер дизайн. Так, ладно. Последняя капсула, мини-коллекция, реформация. Она, кстати, когда вышла, я такая думаю, у меня сначала вот это была любимая капсула, инновация. Вот, я очень сначала любила инновацию. Мне так вот это сочетание заходило. Вот, а потом, когда я начала делать на себе маникюр с реформацией, я поняла, что вот это у меня самое любимое. Вот больше всего дизайнов я относила на себе именно вот с этой капсулой. Капсула реформация. Вот я уже показала, здесь вот такая космическая девочка. Вот так выглядят гель-лаки. Смотрите, здесь мазочек, они без номера. Тоже они так и не вошли в базовый ассортимент. Но цвета убойные. Так, ложечки. Ой, сейчас я выкрашу. Так, красный с блестками золотыми. Прям это надо показывать ближе. Смотрите. Офигенный цвет. Вот для любителей, кто любит красные, да, вот клиенты, даже вот однотон. Вообще с красными очень редко можно сделать дизайн. В основном это такие самодостаточные дизайны. И вот если просто будете покрывать этим цветом, он классный. Конечно, эфир сразу же мы выкладываем. Эфир мы сразу же выкладываем. Так, ну и синий цвет. Ну, я вам показала уже, по-моему, синий. Я его уже выкрасила. Уходите там, давайте еще разок. Синий, прям синий. Такой синий, классический, хороший, богатый цвет. Офигенский. Насколько вот, как бы, я синий очень редко ношу, но этот хороший цвет синего. Тоже я долго ходила с ним. У меня и вещи тогда были сине-красные, я носила. Вот, классное сочетание. И здесь очень крутой шармикон идет в наборе. Смотрите, какой он хорошенький. Мне понравилось, что делать. Сейчас покажу дизайн мой любимый. Я его показывала как-то в Инстаграм. Сейчас хочу его здесь показать. Смотрите. Прям не уходите. Кто уже прям устал смотреть, сейчас я его быстро покажу. Я его обожаю. Вот это сочетание. Во-первых, смотрите, какие они прикольные. Вот этот вариант, вот он сейчас крайний, я его сейчас покажу, как сделать так, чтобы под шармиконом шел синий, а вокруг красный. Еще такая тень. Так. Берем синий. Ставим мазочек. Примерно прикидываем. Ага, все подходит. Сушим. Сушим. Сушим хорошо, чтобы можно было просто сейчас обезжирить и наклеить шармикон, чтобы сейчас не тратить время на топ без липкости. Вот так как этот шармикон будет идти в центре, мы сейчас просто просушим и обезжирим. Да, у меня сел телефон. И как только ВКонтакт показал, зарядка у тебя 20 минут, сразу эфир вот так вот весь. Посмотри. Да, он начинает лагать, и все, и народ начинает выходить. Я так и знала. Ладно. Все, меня не видно? Так, обезжириваем. Обезжириваем. Берете либо белый, либо серебряный, но круто взять именно белый. Так. Смотрите, сейчас беру и этот кусочек, островок в центре, пройдусь немножко все-таки теклосом, чтобы мне было удобно потом заполнять. Смотрите. Сушим. Все, а теперь начинаем делать красное покрытие. И получается тень очень красивая. Так как цвет красный, он не в состоянии перекрыть синий, видите, здесь получается такая мягкая градиентная растушевка, как тень, как будто так было задумано. Ну, можно сейчас пройтись вот так, все вскрыть гель-лаком.
а потом уже довести до рисунка шармикона кисточкой. Так. Все, и начинаете вот так уже близко подходить. Видите, он смотрится как тень. Какая прелесть, да, что у нас на заднем плане стены сверлят. Как в многоквартирном доме, да. Это что там у нас ремонтируют? Наверное, 6-й этаж, кабинет дирекции. Как всегда, опять ремонт идет. Бесконечный. Да что ж такое? Бесит, знаете ли. Во, смотрите, как прикольно. Обожаю этот дизайн. Просто обожаю. Вообще классная капсула. Вот сейчас вот на осень прям рекомендую. Цена на нее самая низкая. Потому что первая капсула идет по высокой цене, но тоже распродажной. И самые две низкие цены как раз вот на эту капсулу, третью и предыдущую. Все, сушим. Вот, итак. Смотрите, вот эта капсула, инновация, она идет по цене 1000. Сколько ты говорила там? Первая самая. 1299. Здесь получается книжечка Шармикон 2 гель-лака. А вот эти две капсулы, они идут по 1080 или по 1088. Здесь также книжечка Шармикон и 2 гель-лака. Прям очень рекомендую. Сейчас обязательно заходите на Эми Шоп и смотрите цены. Так, это мы с вами сейчас делали. Давайте так вот посмотрим. Все три типсика. Понятно, что вот этот нужно финишем перекрыть. Все. Всем большое спасибо за внимание. Эфир